Ребята, скажите, оправдал ли Нефтеюганский район звание гостеприимного края? Оправдал на все 100. Просто потрясающе. Мы очередной раз, это второй раз приехали мы в Куйковский. Мы потрясены народом. Просто замечательный народ, который умеет трудиться и умеет отдыхать. Очень приятно работать для такой публики. Куйковский, с праздником! Мы действительно рады тому, что находимся сегодня здесь. Имеем честь поздравить вас с Днем Нефтяника и с Днем Поселка, друзья! Мы желаем каждому из вас всего самого наилучшего и, конечно же, огромного счастья! Будьте счастливы, Куйковский! Если б я был султан, я бы имел трех жен, и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах, сколько бед и забот, ах, спаси Аллах! Говорят, что первое впечатление нельзя произвести дважды. Как думаете, вам это удалось? Каждый раз новое впечатление, каждый раз, впечатление каждый раз неповторимо. Нужно провести соцопрос, какое мы впечатление произвели, потому что нам сложно ответить на этот вопрос. Но это даже не скромно, если мы будем говорить, что мы вообще произвели какое-то впечатление. Отличается эта программа от предыдущей? Программа отличается именно концепцией, потому что то направление было больше связано все-таки с православием, с духовным направлением. А сегодня здесь, как правильно было сказано, разная публика была, разное вероисповедание. Соответственно, мы включили и попурри многонациональное. Мы использовали такие проверенные хиты, замечательные песни, которые нравятся всем. Вместе! На высокий берег, на крутой, а того, которого любила, Куйковский. А того, чем не скорбела, про того, которого любила, про того, чьи письма вела. Браво! Спасибо. Браво, друзья! Сегодня выступали на уличной сцене, а есть ли разница в сценических подмостках? Мы волновались перед тем, как выйти на площадь, но волнение прошло, как только мы увидели зрителей. Зрители настолько тепло нас приняли, и что мы не почувствовали разницы между концертным залом либо открытой площадкой. Такое же теплое настроение, такое же солнечное, яркое, улыбчивое и прием на все 100%. Как вы думаете, ваша дружба с Югрой надолго? Думаю, да, конечно, да. Мы надеемся. Судя по приему зрителей, конечно, мы им дам еще не раз удобрение. Ты,
ночью и днем. Ты, Борьковский. Ты, сердце мое. Что бы вам хотелось пожелать жителям Нефтеюганского района? Настолько влюбились в жителей, в каждого человека, который хотя бы сегодня был на площади, и каждому здоровья, во-первых, каждому счастья, и пусть берегут друг друга и берегут любовь друг к другу. Это самое главное. Если мы будем черствыми, если мы будем сухими и злыми, у нас ничего не будет хорошего. Нужно быть добрыми, улыбчивыми и отзывчивыми. Нужно помогать друг другу и быть счастливыми от этого. Выше руки! Счастливы! Ждем нефтяника! И ждем!